Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Mozilla Holyplay, это первый сервачок. Все ссылочки, как начать с вами играть, есть в описании под видео. Ну а для того, чтобы вам было легче начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите его, получайте свои бабки. За эти деньги вы сможете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Как вы поняли, в этом ролике у нас будут админ будни, потому что давно их не было, да и в целом интересно посмотреть, чем люди занимаются утром. В основном, конечно, утром все работают дальнобойщиком, но возможно кто-то нарушает, кто-то читы юзает, поэтому мне интересно будет посидеть. Ну и для того, чтобы людям было не так скучно сегодня утром играть, я проведу для них МПшечку, в принципе, на 1 миллион. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, давайте наконец-то добьем 21 тысячу подписчиков, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, дальнобойщики такие парни, что могут как бы нарушать, да? Могут срезать, там по полям проехать. Ну, бля, здесь, в принципе, все понятно. Даже смотреть, в принципе, не будем. Пацаны как бы с утречка заманили червячка, так сказать. Ох ты, ёпта, какой таксист опасный, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, он даже поедет извиниться или что? Да, он хотел, походу, поехать извиниться, но... Алин какая-то поляк. А ну, давайте посмотрим, что он будет делать. Ну, там бочком так красиво шел, да? Он, походу, хочет догнать и извиниться. Я так подозреваю. Либо сейчас пизды такой вломит, ебать. Сейчас выходит с дигла, ебать. Ох, ебать! Ты куда, тетя, полетела? Ребята, ребята, тихо, тихо, тихо. Куда вы, куда вы? Ой, на Марк в поле выехал, это вообще... Габелла просто. Я не понимаю, что он от нее хочет, типа. Я так понял, он хотел извиниться, но она от него просто уезжает. Опа, опа, опа. Смотри на него, смотри. Нихуя себе, ебать. Типа какая-то перестрелочка, чешо. Нихуя себе, бля. Что-то я пропустил, интересно, ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ДМ. Фризы 103.5. 26.5. Так, SP off, GOTO 26. Давайте узнаем у них, что происходит. Так, что, ребята, происходит у вас? Мы тут между собой стреляемся. Ну, бля, пацаны, для этого есть дуэли, как бы. Уже просто, ну, я мог бы вас просто сразу обоих посадить. Просто я решил узнать у вас, что происходит. Лучше... Мы между собой убираем, ну, кажется. Блин, лучше так не делайте, потому что другой админ может вас просто-напросто посадить. Так, идем дальше, короче. Ну, угомонили пацанов. Просто, ну... Я прежде чем доказать, как бы, ну, я посмотрю долго. Ой, нихуя себе там истребитель, блядь. Нихуя суби, блядь. Нихуя суби. Так, типа, нападение на ВЧ или что? Чисто у нас тут ФСБшнички работают. Работают пацанчики, нихуя себе, блядь. Заряженные чисто, блядь. На истребутюсе, блядь, летают, нахуй. Нихуя себе, далебочек, блядь, через Ашик поехал. Бля, я помню, когда на Ашике, помните, была, типа, загрузка, блядь. Вот это было охуенно. Тогда просто столько фур заезжало на Ашик. Но было прикольно, конечно, было прикольно. Ну, не знаю, мне нравилось, реально. Я тогда с Рублевки выезжал, брал магнум, сразу рейсик, хуяк себе, типа, летел, нахуй. Тогда еще, по-моему, даже проезда не было, типа, сзади Анашана. То есть, надо было заезжать только через вперед. Опа, опа, погоня, пацаны, погоня, ебать. Стрит рейсинг, девочки похожи на качков. Ой, точнее, мальчики, блядь, неправильно песню спел. Ебать, погоня, смотри, как хуярит. Да не, Беха улетела нахуй просто, не годи, ебать. Иван Фордж, давай, блядь. Поти нахуй, клавишу нажимай, дрочи ее, блядь, дрочи эту клавишу, блядь. На Дугате чисто ебашит, смотри на него. Кирилл Новиков, да? Разворот, ебать, та ты шо, ебать, гонщик, нахуй. Еще и с пробитыми колесами. По-моему, это уже номер поезда. Сейчас посмотрим, что он будет делать, просто интересно. Так, он прямо, да, поехал? Да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот. Вот он, давай, хуярь его. Давай-давай, погоня, ебать, хуярь его, хуярь. Да, с пробитым колесом хуярит. Смотри на него, ебать. Давай, нахуй. На, ебать. Голливуд отдыхает, ебать. Просто Голливуд отдыхает, пацаны, не гоните. Ебать, чисто потушил, нахуй. Чисто потушил, ебать. На, ебать, как уебало еще. Ебать, Голливуд отдыхает, пацаны. Я вам отвечаю, просто, ну. Красиво, блядь, не знаю. Я, конечно, хуй знает. Может, надо было посадить, типа, за то, что колесо пробито. Просто я, блядь, до конца это, в этом не уверен был. Но, ебать, пацаны, Голливуд, ебать, отдыхает. Красиво, ебать. Погоня, ебать. Перестрел.
стрелка, переворот, блядь, машина взрывается. И ебаный ты карасик, ебать. Не, красиво было, пацаны. Реально, Голливуд отдыхает просто. Короче, пацанчики играют РПшку, как я понял. Да нет, все в порядке. А, это походу Мерседес съебался в приору. Не, ну пацаны, ебать, красавчики, сука. Я, конечно, не РПшник, блядь, но красавчики тоже отыгрывают. Он, походу, ему лавандосиков там накинул, типа, на ремонт приорки и все. Не, ну красавчики, реально. Спасибо вам тоже, того же. Бля, реально красавчики, вот респект таким пацанам. Честно, я РПшку чисто отыгрываю по настроению, реально. Бля, что-то у меня подозрение, что он щитами ебашит, смотрите. Ебать, по-любому щитами ебашит, прикиньте. Ну вы видите, ебать, вы видите, как он хуярит? Вы это видите просто, ну, давайте за ним посидим. Пацан тупо щитами хуярит, я вам так скажу. Реально, блядь. Палево пизда просто, ну это пиздец палево, вы видели? Я уже такого, ебать, пассажира банил недавно, тоже с такими же читами. Это читы как на рыбалку, короче. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я вам просто на примере покажу, как я буду работать и как он хуярит, ебать. Сейчас 3 секунды, ебать, он, и все, и он сделает, смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну нереально, сука, так хуярит быстро, нереально, блядь. Какой у него пинг, ебать? 112, давайте посмотрим. Ебать, 33 уровень, ебаный ты в рот. Блядь, ну сука, 33 уровень, блядь. Я понимаю, что у него нету машины, он чисто на велике хуярит. Я вам просто покажу, чтобы вы, типа, не писали потом в комментариях, типа, нахуй ты его забанил, он был без читов. Смотрите, пацаны, ну нереально, сука, так быстро работать, нереально, блядь. Понимаете, ну, нереально, просто. Вы видели, как он быстро работает, и как я, ебать. Я стараюсь быстро нажимать клавиши, вы это, я думаю, прекрасно видите. Есть голосовой чат. А зачем мы с щитами гоняем, братишка? Что так вышло? Ну, а ты знаешь, что запрещены читы? Не бывает. Как бы, ты уже не первый, кто так палится жестко. Ну тоже с такой же фамилией недавно был забанен. Сейчас стой, я не слышу, это замучишься. Алле. Говорю, это недавно ли? С такой же фамилией был забанен игрок за такой же чит. Это случайно не ты? Не. А, Лонки Колман? Да. Не, брат, у него даже софта не было. Это так, сведению. Блять, ну он же так же спалился, как и ты, понимаешь? Нет, я тебе сейчас на мужика говорю, у него конкретно не было софта. Ну а почему, когда я сказал читы, он сразу офнулся? Спроси у него. Ну, я скинул спецадмину, он типа сказал, что были читы. Не, ну я говорю, что мне все равно. Сейчас бан пролетит? Да. Или может удалю все? Под демку. Нет, братан, не. Чё? Блядь, у тебя 33 уровень, блядь. Ну, работай на дальнобойщиках, нахуй ты читы юзаешь, я не понимаю. Тогда удалю все. Так не работает, брат. Давай исключение. Стой. Не пропиши нихуя. Блять, игра залагала, сука. Вот это ему повезло, 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 повезло. Реально игра залагала, прикиньте. Ну сейчас перезайду его все равно, забаню, блять. Ну блять, ну типа, блять, читы удалит он, ну блять, а толку? Я ж не знаю, сколько он работал. Он говорит, ему типа денег захотелось. Понимаете? Ну, блядь. Ну, блядь, прежде чем вы читы юзаете, блин. Думайте головой, а не головкой просто. Пиздец. Говорит, денег захотелось ему. Я просто не понимаю таких людей. Ну, пацаны, просто, ну, читак реально попался. Просто попался читак. Ну пиздец, реально тупо. Ну спалился. Тупо спалился нахуй просто. Вот так нахуй спалился просто. 33 уровень у Кентика, понимаете, ну. 33 уровень у пацана просто. 1 миллион. Скорее всего, вот эти бабки, что у него 1 миллион, он заработал на этих. Вот этой работе. Бля, что я могу сказать? Чит 112. Прощай, братан. Ну ты 4 реально юзал. Все, 30 дней я ему въебал просто за чит. Ну, блядь, он сам, в принципе, и признался. Ну, блядь, ну чит. Ну, блядь, ну палено, сука, ну палено, пацаны, блядь. Реально, ну жестко палево, жесткое палево, пацаны. Ну нахуя так делать? Ну что ж, ребятки, сейчас я предлагаю порадовать игроков, как бы 10 утра. Я думаю, все они хотят заработать деньжат. Приз будет 1 миллион, и я проведу
МПшку, король дигла, короче. Так, давайте, пацаны, залетайте, залетайте. МПСей. МПСей 0. Без плюса у нас будет, в принципе, это все проходить. Чисто, пацаны, лямчик, ебать, ну. Я думаю, будет приятно, пацаны. Пока сделаем 200 хп, чтобы они друг друга не так заебашили быстренько. Ладно, в принципе, кто залетел, тот залетел. Закрыть телепорт на мероприятие. Так, МП фризы. Все, ебать, сейчас посмотрим, кто у нас, в принципе, заберет 1 миллион рублей. Я думаю, это будет прикольненько. Сейчас посмотрим, разберемся. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что оно получилось довольно-таки интересное и насыщенное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и начинайте играть вместе со мной на проекте Amazing Holy Play. Всем пока-пока!